Ибо от себя не сбежишь, даже если уехать. На Бали, на гора, в Уркасветку, Непал. Важно просто с катушек в это время не съехать. Ты уедешь, а ждать тебя будешь ты сам. Поэтому на самом деле от себя не сбежишь. Еще в прошлом году, боже, как давно это было, на канале «Момент истины» Андрей Жданов создал этот канал. Мы сейчас вместе с ним его пытаемся развивать. Челлендж. Челлендж, ну это типа квест, да, типа фарт. Был объявлен челлендж. И я ему дал задание спеть «Точку невозврата». Он заболел. И мы пели ее. Дима Коробок, Егорка подыгрывал, я пел. Я спел как бы за него. Такая репетиция и пробная такая версия. Потом, как-то мы перекатились в Новый год, потом я заболел. Но сейчас, нам надо этот челлендж, нам это задание надо все равно выполнять. И я что предлагаю сделать? Я предлагаю спеть дуэтом, и я буду у тебя на бэк-вокале. Если ты согласен, да, а как? Давай. Ну не батл же делать, да? Я просто помогу, я встану рядом. Но нам, ребята, нужно музыкальное сопровождение. Ноты у меня есть. Кто даст гитарное сопровождение? Ну давайте, ну что, кто смелее? У нас только Димка, да? Димка, давай, давай, выходи сюда, Димка, к нам. У тебя давай не звезда. Ну я сразу говорю, это будет коряво. Итак, чтобы вы понимали, мы не готовились. Но это очень ценно. Я не знаю, как это звучит, но давайте я. Спи, земля. Давай на бэк-вокале. Нет, давай вместе. Типа такого, да? Ну да. Ну, видимо, да. Привет.
Так. Причем самое интересное было, что у нас и гитарист не знал, как ее играть, и мы не знали, как ее петь. Вот. Если ария увидит, они могут на нас в суд подать. Всем спасибо.